Ремонт, которого ждали несколько десятилетий. Что впервые за 40 лет починили в Черкасской области? Давайте узнаем. Это некогда полноводная, кристально чистая река сейчас больше напоминает сточную канаву. Тясмин обмелел и заилился, а его вода местами превратилась в зеленую жижу. Эти жуткие изменения произошли с рекой за последние 1,5-2 десятка лет, вспоминает Светлана. Долгий час не працювали, и також в нас тут есть все водочисні, насосна є. Я так чула по розмовам працівників, які тут працювали. Не знаю, вони зараз працюють чи не працюють, але колись тут працювали працівники, і вони між собою розмовляли, що у нас запрацював четвертий насос. Ну, це нечистоти пішли у річку. Эти очистные сооружения построили еще в конце 60-х годов прошлого века и уже давно пришли в негодность, рассказывает директор предприятия. Тайнок старого типа, будем сказать так, який сбудованный в 68-м році. И с 68-го року тут капитальные ремонты не проводились. О капитальном ремонте очистных сооружений власти вспомнили только после выхода сюжета подробностей в 2015-м. Меньше чем за 3 года здесь провели полную реконструкцию. У нас проходит, ну, 3 этапа, будем сказать, очистки. У нас очистка химичная, биологичная и химично-биологичная. Пройдя сложный комплекс отстойников и обогащения кислородом, стоки подвергаются принудительной очистке. Эта уникальная фильтровальная станция способна очищать 80 кубометров воды в час. Ее разработчик уверяет, после фильтрации воду можно будет даже пить. Вот эти фильтра на мивні, це якраз сорбентне очищення. Вони дозволяють, ну, практично після біології доводить води, ну, майже до питної води. Ну, скажем, до технічної води це 100%. Реконструкция очистных систем обошлась почти в 13 миллионов гривен. Этот проект реализован за счет совместного финансирования области, района и государства, говорит Сергей Рудик. Он отлично посодействовал в выделении почти 5 миллионов. В минулом году мало быть сделана очистка Тясмина в межах города Кам'янка, но через недолгие действия областного деякого керівництва эти кошти просто сгорели. И кошти, которые были выделены урядом еще в липні месяце минулого года, тендер закончился 29 грудня. В цьому році ці кошти вже неможливо виділити, тому що уряд втіхаря прийняв постанову не зміни в існуючі формулу виділення коштів, де передбачив, що державні кошти на екопроекти можуть йти тільки на об'єкти державної форми власності. В даному випадку це комунальна власність. Удастся ли вибити гроші на розчистку ріки в цьому році, нардеп не уверен, но обіцяє приложити максимум усилий. Андрій Кравець, Вячеслав Нікіфоров, подробності, телеканал Інтер, Черкаська область.